Ты специально на него трусы повесил, да? Так, сейчас давайте это очень аккуратненько, и чтобы выжить. Чисто на выживание. Не подохнуть. Временно. Давайте, начали. Контрол, ласка, пошли. Опыт пошел. Весь это сразу. Был досадным недоразумением. Дали время на наполни бурски. Позволит Валанару свершить отмщение. Все, Геру дали, поехали. Стали выйдем, да? Милики отбежали, побыстрее. Потом разбежались потихонечку. Следим за Тол, сам хилится. Класс, житель. Так, сейчас Валанара лови. Лови, лови, лови. Сферу забери. Кто там? Какие сетки играем, РДД? Милики аккуратнее стаки не набираем. Нет. Сейчас скажу. Хорошо. Миракл по КД прожимаешь зеленку. Понимаю. Понимаю, да. Ласку бежите, не забывайте. Контрол, держи. Не стоило и отвлечь. Круто. Ладно, посмотрим сейчас. Вот. Смена. Приготовьтесь, да. Вот, у вас кастует. Вот бросает. Да. Вот. О, разминировал. Вот сейчас хорошо полетел. Ребят, не орите все сразу. Сейчас будет ДБМ показывать. Вот, на ласку. Еще. А вот сейчас она нагрелась на милика. А должна вот это звон лететь. То есть она сейчас не разряжалась. Это вот, кстати, второй косяк с ней. Почему она вообще на танка летит? То есть до этого было, значит, что было? Она выбирала цель далеко, как положено, да? То есть вот это зумение. Начинала к ней лететь и переагривалась на тела. Ну, за счет трита. А сейчас она вообще танка выбрала. Вот это она должна в РДД лететь. Да,